военнослужащий Саровской дивизии Росгвардии Александр Крылов наравне с другими участниками вышел на сцену, чтобы спеть песни о мире и войне, о службе и долге. 20-й фестиваль солдатской песни «Виват Россия» символично прошел в канун Дня неизвестного солдата и Дня героев Отечества, а приурочили концерт к 25-летию городского союза старшеклассников «Статус». Именно союз старшеклассников является когда-то инициатором, а сейчас организатором этого фестиваля. Старшеклассники выступают, старшеклассники ведут. И, собственно, это традиция, которая поддерживается в Союзе на протяжении 20 лет. В концерте участвовали ребята из школ города, а также Саровского физико-технического института и медицинского колледжа. Каждый из них спел свою историю о войне, любви, дружбе и солдатской жизни. Лиричные, задорные, серьезные. На сцене старшеклассники, как и сами песни, были разными. Патриотическое воспитание никто никогда не отменял. Сейчас его вообще ставят во главу угла, поэтому это довольно важное, на мой взгляд, направление. И через музыку, через песню тоже идет воспитание. И еще какое? Ученица школы номер 5 Алина Тавторкина исполнила проникновенную песню «Молитва». В ней старшеклассница передала всю силу материнских чувств, боль и переживания матери за сына-солдата. Это песня из репертуара Людмилы Гурченко. Это песня о том, как мать вспоминает о своем сыне. Данную песню я пою уже на протяжении 3 лет. Вот, мы каждый год с объединением ездим на различные конкурсы, и я очень часто выступаю с данной песней и занимаю почетные места. После концерта наградили лауреатов фестиваля и вручили им памятные призы. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.